Здравствуйте, уважаемые дамы и господа, любители и профессионалы дзюдо и боевых искусств. Вы смотрите видеоканал «Планета Дзюдо». Я Роман Карасев. Сегодня мы подводим итоги ежегодной международной премии «Гений дзюдо» 2020 года. По итогам открытого голосования, проведенного с 1 ноября по 31 декабря 2020 года на сайте Всемирной ассоциации дзюдо dzudoclub.ru, лауреатами ежегодной международной премии «Гений дзюдо 2020» стали лучший регион – город Сочи, Краснодарский край, Российская Федерация, лучший клуб школы дзюдо – КВУЗ КДЮ США номер 4, город Одесса, Украина, лучший дзюдоист – Калишан Эдуард Левонович, лучшая дзюдоистка – Авдеева Ольга Васильевна, лучший учитель дзюдо – мужчина – Иванов Николай Александрович, лучший учитель дзюдо – женщина – Авдеева Ольга Васильевна, за вклад в развитие дзюдо в мире – Авдеева Ольга Васильевна. Впервые в истории проведения ежегодной международной премии «Гений дзюдо» сразу в трех номинациях победителем стал один человек. Это Авдеева Ольга Васильевна. Она стала обладательницей трех номинаций: лучшая дзюдоистка, лучший учитель дзюдо и за вклад в развитие дзюдо в мире. Организационный комитет ежегодной международной премии «Гений дзюдо» поздравляет всех лауреатов премии, желает всем не останавливаться на достигнутом, совершенствовать свое дзюдо и укреплять связи между клубами, между регионами. С вами был Роман Карасев. Вы смотрите «Планета дзюдо». И это были итоги ежегодной международной премии «Гений дзюдо» 2020 года. До новых встреч!